Почему вырос рейтинг одобрения деятельности Путина? Чисто с моей точки зрения, потому что, например, мои там друзья и близкие, они другого мнения. Я считаю, что вот как бы, ну, в общем, президент хорошо себя проявляет в последнее время. Понятия не имею, честно говоря, и даже не понимаю, откуда рейтинг взялся, как бы, с чего он вдруг так скаканул. На мой взгляд, он не совсем близок к людям. Ну, то есть он... И вся его команда, она немножечко далека от действительности, и поэтому ну, нам непонятны их меры. Ну, может быть, потому что он старается мир сохранить везде. Потом он вообще очень позитивный товарищ, грамотный, не пьющий, спортивный, и он вызывает уважение. У нас таких раньше не было. Да, потому что правильно делает в основном все. У него есть, конечно, свои недостатки известные. Слишком много питерских там, слишком разные отношения к бизнесу. К одним хорошо, другим не очень. Третьих, надо, говорят, как бы поменять владельца, ну и так далее. У каждого есть недостатки. И, ну, большинство решений, которые он делает, и главное решение действия, оно правильно, страна, авторитет страны растет. Вырос рейтинг? Да, вырос рейтинг, одобрение деятельности. Даже не могу себе... придумать какие-то вещи, которые могли бы повысить рейтинг. Ну, не знаю, может, он старается как-то. Думаю, что рейтинг в любом случае повышает, да, политика, которая направлена на социальное улучшение, какие-то продвижения социальных отраслей, она все время будет повышать рейтинг. Сложно сказать, но я просто не думаю, что он вырос, я не знаю. Я сомневаюсь. Почему? Ну, потому что очень много того, что является негативным. Владимир Владимирович, к моему, в общем-то, его уважению и в то же время некоторой неприязни к нему, говорит очень много умных слов. Он это умеет. Не знаю. Я не замечал, чтобы какой-то рейтинг вырос и кто-то особо одобрял. Я этого не заметил. Ну, мне кажется, это какая-то ошибка, если честно.